Культура этого народа – одна из самых древних. История насчитывает тысячелетия, а религиозные законы крайне строги. Как евреи оказались в Самаре? Чем после переселения они занимались? Что сделали евреи для города? В Самаре никогда за все годы не было ни одного погрома. Мало какой город в европейской части России может этим похвастаться. Что можно увидеть в еврейском музее, созданном в Самаре? Как готовить форшмак? Что принято делать в шаббат? И что такое кошер? Смотрите программу «Самара. Многонациональная» в среду, 31 июля в 19:40 на телеканале «Самара ГИС».